«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Собственно, посмотрим, что у нас Элгор там делает. И удалим его из наших друзей. Даже сохранимся перед этим. Ты меня достал. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. It's all in the can. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Могу. Я могу отрицать все. Отлично. Ты блеванул. Так. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Fuck. Ouch. Да, я его усыпил. А черт, сука, я его не усыпил. Ненавижу этого идиота. Protect the former sort of vice president. Ну хоть блюет, это хорошо. Так. Еще раз, кстати, вот показываю то, что на босса призывать нельзя, но, как вы видели, до этого призывать можно было на кого угодно, кроме босса. Так, давайте по центральному будем бить. На, по яйкам. Черт, не успел второй раз, но зато стошнило не только его, а всех остальных тоже. Так, как корт, давай. Повышай скилл, отлично. Ты крут, чувак. Ты добавил нам скиллы. Пробуем усупить всех вот этих ребятишек. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Отлично. Мы усыпили троих. Да ладно, он их отживил. Это какого-то нечестно. Ребята, это вообще нечестно. Он их аж отцепляет обратно. На, по яйкам. На, еще раз. Так, что у нас есть? А, нет, стоп. Давай, добавь нам очков. Power Core, давай. Красавчик. Ты больше ничего не можешь делать. Стрельни по с арбалета вот по этому. Один хп. Так. Во-первых, давайте оживим. Воскресить. Во-вторых, я думаю, надо будет добивать этого чувака. Фак. Так, в-третьих, пьем. Эликсирчик. Раз. Отлично. Способности. Черт. А что если баттерсом попробовать? Все равно их усупить не могу, так что бесполезно. Эй! Охренеть. Он просто чуть ли не с одного удара вырубает нас. Так. Хорошо. Чувак, просыпайся. Так, надо сообразить, что бы делать. В принципе, у нас не такой большой выбор, что делать. Да какого хрена? Ладно, неважно. Так, целебная хренотень. Так, способности Баттерса. Давай, мужик, жги. Жги, мужик. Щиты, ну, тоже хорошо, кстати. В принципе-то. В принципе, щиты-то нам понадобятся. Так вот, надолго ли они нас защитят, на самом деле? Черт. Так, ладно. Ну, это даст нам хоть какое-то маленькое преимущество. Так, похилить Баттерса.
Отлично. В принципе, от Баттерса больше толку особого нету. Так. Блин, у Элгора полные жизни. Какого хрена? Ладно. Целебный эликсир на меня. Так, и. Пробуем убить хотя бы этого чувака. Ответ на удар в дальнем бою. Угу, значит, против него надо ближний бой использовать. Черт, он щит мне снес, скотина. Еще кровотечение X-ray сделал. Так, надо Баттерса заменять, как только я сейчас похилюсь. Так. Ну, кстати, минус средний чувак, это очень хорошо. Надо похилить Баттерса все-таки, наверное. Большим эликсиром. Живи, чувак! Живи, сделаем всем больно. Так, у Элгора как-то пофиг вообще ему на урон. На, тварь. Баттерса пусть исцелит нас. Отлично. Бей, чувак. Просто бей. И... Отлично. Слабенький урончик, но ничего. Ай-яй-яй, нам щиты сняли. Так. Способностей у нас все еще никаких, это хреново. В идеале надо все-таки вызвать этого чувачка. Джимми. Я вызову Джимми. Стэн нам не поможет, а вот Джимми вполне может. Воу-воу-воу-воу-воу. Все. Блин, он себя бешено хилит просто. Так, давайте поможем Джимми. Я сказал Джимми, а не мне. Отлично. Поели. Так, теперь этого у нас все равно нету. Ну, верхний скоро все равно умрет. А вот этому пожар возобновим. Так, отличненько. Игра для нас, Джимми. Блин, надо было похилиться, ну ладно. Пробуем их усупить, или пробуем нам дать лучше. Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she says that. Ну, давай. She said, set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what is with the Gordians? Отлично. И минус. Воу-воу-воу. Man down! Ну какого? Оу, я могу его воскресить, отлично. Воу-воу-воу, чуть не то не сделал. Поднимайся. Супер. Способности. Давайте попробуем. Черт. Неуязвим, спит. Так, воскрешающий. Блин, ну так близко к смерти Элгора я не был никогда, поэтому это довольно близко на самом деле. Ну давайте попробуем его попинать. Я надеюсь, нам дадут это сделать. Блин, в идеале надо бы похилиться. Так. Способности мы юзать, конечно, не можем. 91 не очень много. Но сойдет. Слушайте, как я правильно его похилил-то вовремя. Так.
Что у нас, кстати, еще есть помимо этих эликсиров? Может, что полезное есть? О, у нас есть эликсиры силы, кстати. You should have taken this way more seriously. Так, еще раз. Отлично. Это хотя бы какой-то урон дает большой. Так, усупить мы его не можем. Скорее всего, наш сейчас чувак упадет, но это ничего страшного. Зато пауэр-аккорд есть. И нет, мы ничего не можем. На, тварь! Черт. Да, я говорил, что он сейчас умрет. Я говорил об этом. Я знал это. Нет, стоп. Воскрешаем его. Воскрешаем беднягу. Так. Отлично. И еще раз. Так. Power Accord. People laughed at me when I told them you were real. Who's laughing now? Check this out. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she said. That she's set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what is with the Gordian? We're overrun! Так, надо чуть себя не убили. Быстро на себя большую хилку. Да не на него, черт! Ладно, используем сейчас за него большую хилку на себя. На врага. Давайте попробуем. Фак. Так. Черт, большая хилка. На нас. Отхилились, отлично. Положительных эффектов нет. На. Получай, нехороший негодяй. Так, мы его замедляем, это хорошо. Тут у нас были... Хренов Red Bull. Так. Ну, вроде все правильно сделал, но у нас ничего не получилось. Хотя нет, получилось, в принципе. У него нет больше положительных эффектов. Это хорошо. Так. Так, сейчас быстренько делаем себе хорошее что-нибудь. Но, блин, он реально очень-очень сильно хилится, зараза. А проблема в том, что на кровотечении у меня ничего нету. Так, надо другого героя тогда вызвать. Смотрите, у кого есть кровотечение. Так, ну атаку я ему уменьшил, это хорошо, очень даже хорошо. Попробуем решить его щитов. О, щиты, кстати, лишил защиты его. Это очень хорошо, это очень даже хорошо. Поднимаем все хп, точнее, скорость. Так. Меняем беднягу на Стена. Так, отлично. Пропивать надо еще раз щиты.
О, 63 считает, уже хорошо. Для нас то, что надо. Так, метка смерти, метка смерти, метка смерти. Вращающийся меч. Я, в принципе, смогу и то сделать. То как-то слабо он его ударил. Ну ладно. Видимо, я скосячил где-то. Так. Надеемся, что он нас не убьет. Очень надеемся, что он нас нифига не убьет. Ладно. Надо наложить на него. Огонь. Отлично. Блин, он реально очень-очень-очень-очень-очень сильно хилится. Прям очень-очень-очень. Go, boy! Так, вращайте на всем. Окей. Лови, зараза. Так, хилочку. Я все-таки должен его победить. Это уже дело всей моей жизни. Почему-то у меня такое ощущение, что я не смогу его победить, потому что он дофига как хилится. Это нереально. У меня просто урона не хватает. Не знаю. Походу, Элгор будет меня доставать долго. Так, давайте попробуем сменить на Кенни. У меня, по-моему, что-то было на кровотечение. Правда, ненадолго. Так, во-первых, похилимся еще раз. Так, способностей у нас нет. Знаете, опять пожар. Самоочарование не то. Способности. О! Отлично! Кенни таки вызвал кровотечение. Правда, это не особо помогло, ну ладно. Так. Где-то там на силу у меня были эликсиры силы. Ага, вот отлично. На Кенни, мужик. На тебе еще. Так, у нас ничего нет. На тебе еще раз поджарим. Сейчас еще ему кровотечение вызовем. Таким-то образом. А вот сейчас, кстати, и получится. Есть такая вероятность. Надо было сразу Кенни вызывать, он крут. Так, кровотечение x2. Черт, у меня очень много урона на раз наносит. Так, хилка. Хватает, в принципе, понятно. Знаете, опять поджарим. Сейчас Кенни высосет еще из своего пальчика еще одну такую же хрень. Сейчас мы это сделаем. Но вообще там уже x2, как бы, сейчас x3 будет. Ну ладно.
О, X3. Да пошел ты. Сейчас будем добивать еще. На. Слава тебе, Господи! Надо было сразу Кенни, блин, вызвать и не париться. Слава Господи, ты, боже мой, убил его наконец-то. Это ж грёбаный президент. Кстати, Баттерса. Наконец-то Элгор не будет меня доставать. Это была самая долгая битва, которая у меня была. И спасибо человеку с ником, ты слишком медленный для меня.